Такая серьезная? Вот прям серьезно так надо, да, смотреть на всех? Надо быть попроще, чтобы люди тянулись. Серьезно? Да шучу я прям. Не видно, что ли? А вы вот так задумались, как будто что-то серьезное обсуждаете. Давайте обсудим вдвоем. Давайте. Вот о чем вы сейчас задумались? О какой-то необычной статье. В смысле, уголовной, что ли? Да, Уголовного кодекса Российской Федерации. А что это за статья такая? И почему она необычная? Ну вот потому что она вот немножко необычная. В ней есть... Ни хрена не понял. Что это такое вот есть в ней, что я не понял? В ней есть хорошая и плохая сторона. Ну, давайте с плохой, чтобы хорошей закончить. Вот давайте даже не будем начинать. Так так я и не узнаю. Что же это за такая статья-то интересная? 105-я статья, пункт 1, о 612. А... Знаете, какую? Не. А что там говорится? Ну, вы узнаете, почитаете. Давайте я попробую найти. Статья, говорите, какая? Я говорю раз и больше не повторяюсь. 102-я, часть 1-я, УК РФ. Военнослужащие воинских частей Российской Федерации. Че? Не, это не то. Не 102-я. Это не 102-я. Ой, я пропустил, пардон. Я нолик пропустил. 102-я. Так. Я не говорила вообще про 102-ю. Говорили. Я говорила 105-я. 105? Ну давайте поменяем 105-ю. 105-ю. Убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку, наказывается лишением свободы на срок от 6 до 15 лет с ограничением свободы на срок до 2 лет, либо без такового. Окей. А что в ней хорошего? Какая статья? 105, часть 1. Ну, я и спрашиваю, а вы сказали, там есть хорошая сторона и плохая. Ну, плохая, понятно, убийство это всегда плохо. В тюрьму... За это убийство, ну, сказать хорошо, это кощунство. И то, и другое. Вообще все плохо. Что вы там хорошего нашли? В принципе, вообще ничего. Ну, вы же сказали, там есть хорошая сторона и плохая сторона. Я имела в виду то, что немножко другое. Блин, у меня аж язык зачесался. Да почешите вы его. Почесал. Ну, сами сказали, почешите. Ну, если правда зачесался. Реально. То есть не то, что там языком почесать. У меня аж зачесался, вот правда. Какой-то зуд. Я думаю, что ж хорошего в этой статье. Что за хорошая сторона в этой статьи? Хрен его знает. Вот так чешут, что ли? А как чешут? Покажите. Не, ну у меня таких... педикюр это на ноге. Маникюров. У меня таких маникюров нету. Если таким маникюром чешу, у меня я без языка останусь. Да ладно, что вы уже начинаете? Не, ну у меня кихти пострижены. Поэтому можно чесать язык, как хочешь. Чё? Господи, куда я попала? Ой, а там кто-то еще сидит. По какой статье? Вы сами подумали, что вы сказали? Я нет. Я так и поняла. А когда я язык почесал, то что хочешь, то и чеши. Надо еще мозги почесать, потом буду. Потом языком можно чесать. Я или... почешу еще чего-то. Ой, а у вас там на улице можно посмотреть что? У нас день. Ага, раз у вас день, значит это либо Урал, либо Сибирь.
Нет. А что? Дальний Восток. Нет. У нас не день. У нас только утро начинается светлое. А, понял. Тогда центральные районы, наверное, какие-то там. А откуда? Ну, хоть область скажите, чтобы мне понятно было геолокация. Область какая? Московская. А, да, понял. Нет. Столица Москва. Ну, то, что Москва столица, это я и так слышал. В энциклопедиатрическом словаре прочитал. Понятно. Да. Вот так вот. Но я сам не из России, вы не подумайте. У меня VPN. А где ты сам? Из Канады. Канада? Да. У нас сейчас 9, 20 минут 9 вечера у нас сейчас. О, хера себе. А у нас пол шестого утра. А это вы еще не ложились или уже проснулись? Нет. Еще не ложились. Хотя бы... Хотя бы я должна уже спать. Еще не ложились, ё-моё. А у вас сегодня что, выходной, что ли? А что сегодня? Пятница. Нет. Уже пятница. Еще пока не выходной. Страстная пятница. Да. Что? Я просто да, думал, да, в России это выходной день, я ж не знаю. А вчера был чистый четверг. Выходной, но просто как бы... Но не у всех он выходной. Ага, понял. Понятно. Везет вам, у вас уже пятница. А у нас еще пока четверг. Но я четверг больше люблю, чем воскресенье. Канада — это какой у нас регион? Какая вообще нахуй страна, блядь? Это Северная Америка. И этот регион не у вас пока еще. Нормально так. Я в курсе. Нормально так. Не, это чисто по-нашему, по-русски. Канада — это какой у нас регион? Это не... Молодец. Мало того, что и так все Россию агрессором называют, а тут еще такой закид издалека. Канада — это какой у нас регион? Это я точно выставлю. Молодец. Вот это точно в десяточку. Спасибо большое, девчат. Вы мне сегодня настроение подняли. Вот так вот, блин. Молодцы. Молодцом, честно, реально. По-нашему это. Крым-то наш уже точно, стопудово, блин. А теперь Канада какой-то у нас регион. Блин, ну все нормально. Все, дай бог вам здоровья, девчат. Я побежал дальше. Это, запишите, давай. Запишите, канал у меня называется на Ютубе «Миша из Канады». Вот. Это к утреннему кофе я выставлю, народ ржать будет. Ну, правда, девчонки, вы будете звездами, я гарантирую. Московская область рулит. Это... Брянска, блядь. Ну, хоть Брянск, какая... Брянск? Ну, значит, Брянск сегодня рулит, это стопудово. Шойгу понравится ваша шутка. Как тебя найти в Ютубе? Миша из Канады? Ну да, Миша из Канады. Можете заходить, смотреть. Через минут 15 я выставлю. Хорошо. Хорошо? Все, доброго вам утра. Спасибо большое.